У меня вопрос. Ты в своем высказывании сказал, что можно совмещать и работу, и учебу, и также если подрабатывать по выходным дням. А вопрос заключается в чем? А где найти время для отдыха и для выполнения тех же заданий, которые ты получила во время обучения? Минута на размышление, 3 минуты, чтобы выступить. Здесь важна ясность ума и умение отстаивать свою позицию. В Химках студенты Российской международной академии туризма и представители общественных организаций провели дебаты. Соперники путем жребия принимали стороны «за» или «против», после чего приводили аргументы в защиту своей позиции. Темы споров выбрали самые актуальные. Потому что считаем, что те вопросы, которые обсуждаться будут и заявлены в тематике, вопросы, касающиеся патриотизма, борьбы с коррупцией, еще актуальные вопросы, которые касаются нас и касаются молодежи непосредственно, заинтересуют наших студентов. Максим – студент 3-го курса, будущий управленец. В дебатах участвует со школы. Говорит, умение аргументированно выражать свою точку зрения очень помогает в жизни. Ты начинаешь мыслить по-другому. Мы рассматриваем уже со стороны «за» и «против», да, разные темы. И также в жизни я могу рассмотреть ту или иную проблему или решение с разных позиций. И я считаю, что такой мой опыт позволит мне принимать правильные решения в дальнейшей моей работе по специальности. Такая тренировка ораторского мастерства интересна не только студентам, но и представителям администрации Химок. Мы всегда рады любым инициативам, всегда разговариваем с молодежью конкретно и просим их приходить к нам, чтобы они говорили. Те мнения, которые у нас сегодня будут, мы, конечно, будем их учитывать в работе. Предложения властям уже поступают. В следующем году планируют открыть клуб дебатов. Это отличная возможность для оттачивания навыков выступлений и тренировки скорости мышления. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.